I've been wanting the same. You've been looking my way, looking for something. I've been wanting the same. You've been looking my way, looking for something. Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу вам ивенты ко дню рождения Тэхёна. В этот раз я снимала видео вечером, поэтому покажу вам немного вечерний Сеул. Все кафе, которые я сегодня посетила, были расположены в районе Хондэ. И это первое кафе называется Кукит. Обстановка в этом кафе была очень милой и уютной, благодаря вот этому камину и украшениям. Если честно, я сегодня поздно освободилась с работы и боялась, что я не успею посетить кафе. Но мне повезло, кафе были еще открыты. Поэтому я успела посетить все кафешки, которые запланировала. Я заказала этот сет за 5500 вон. В него входил бумажный стаканчик, персиковый айс-ти, открытка, пару стикеров и фотокарточки. И следующее наше кафе называется Сист. И здесь вы можете заметить, что ступеньки названы в честь сольных треков Тэхёна. Я считаю, что это очень мило. Мне очень нравится то, что корейские армии очень креативные, и каждый раз они украшают кафе по-разному, и эти декорации еще ни разу не повторялись. Такие столы я очень люблю, потому что корейские армии обычно оставляют здесь бесплатно всякие разные стикеры, фотокарточки, бумажные стаканчики. Вы можете взять по одному, и это абсолютно бесплатно. Так, этот сет стоил 6000 вон. В него входят фотокарточки, открытка, стикеры и cold brew. А еще бумажный стаканчик.
Также я взяла со стола с ништячками бумажный стаканчик с чимином. Здесь были самодельные фотокарточки, очень красивые и качественные. Последнее кафе, которое мы посетим, называется Панчиха. Этот уголок мне понравился больше всего, потому что он отлично олицетворяет Дэхёна. И этот сет стоил 5000 вон, и в него входили фотокарточки, открытки и бумажный стаканчик. И я считаю, что это самый красивый и эстетичный сет, который я покупала. Последняя локация, куда мы направимся, это инсталляция, которую все-таки успел посетить Дэхён на днях. И эти инсталляции подготовила китайская фан-база Дэхёна. Здесь написаны пожелания ко дню рождения Дэхёна на нескольких языках. Также я успела заснять видео поздравления. А здесь уголок с инсталляциями сольных песен Дэхёна. А здесь надувная кукла Дэхёна, одетая в стиле игры кальмара. И на этом мое видео подходит к концу. Я очень надеюсь, что вам было интересно. И увидимся совсем скоро. Пока!